У нас такая 21 семейная группа. Хочу сказать, что мы готовы открывать еще новые группы. Главное, чтобы было желание родителей. Что это означает? Это должна быть многодетная семья или мама, имеющая одного-двух детей, которая готова взять на воспитание еще одного ребенка, родственников своих, 3-4 и так далее детей. Ну и основное, наверное, еще условие, и одно из основных условий – мама должна иметь педагогическое образование. Если эти условия сохраняются, мы готовы их брать на государственное содержание, выплачивать питание и другие услуги, и мама будет воспитывать этих детей у себя на квартире.